Торжественная линейка в первой Брестской средней школе собрала небывалое количество первоклассников. Суета и волнение среди малышей перед началом мероприятия была вполне объяснима. Все это для них происходило впервые. Самое молодое и самое крупное учреждение образования Бреста в этом году принимало 176 первоклассников. Общее число учащихся школы составило 1540. Поздравить детей и их родителей с новым учебным годом, разделить яркое событие в жизни каждого из них пришли представители вертикали власти. Глава администрации Московского района города Бреста Вадим Кравчук произнес напутственные слова тем, для кого этот день был ознаменован вступлением в новую жизнь, взрослую и самостоятельную. Первая линейка произошла, вот так совпало, что в первой школе, наверное, самой красивой школе не только Московского района, но и города Бреста. И на линейке присутствовали, самое главное, это наша изюминка, это наши первоклассники. В этой школе 7 первых классов. Всего по Московскому району в школы пошли 25 162 ученика. Первые классы в том числе 3062 ученика. Это говорит о том, что наше поколение растет, разрастается и стремиться к знаниям. Первая школа располагает с первых минут. Просторные коридоры, свежий ремонт, довольно необычная проектировка здания, комфортные условия с учетом потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие плюсы. Словом, все для наших детей. Уют оценили и первоклассники. Перед первым школьным уроком они волновались, однако волнение испарилось, едва классный учитель начал беседу. Это первый день школы. Хотелось в школу прийти? Лето первоклашек не прошло даром. Отдыхая, многие из них не забывали и о подготовке к школе. Учились писать, читать, чтобы в дальнейшем учебная программа далась легко. Дома я математику, по математике занималась иногда. А еще что делала? Читала, наверное, училась, да? Да, я уже училась. Учил дома уроки. В новом учебном году к школьным занятиям приступят 162 тысячи учащихся Брестской области, что на 3 тысячи больше в сравнении с предыдущим. Порядка 17 тысяч ребят шагнут в первый класс. Подготовка к новому учебному году велась серьезным образом. К 1 сентября все учреждения образования были готовы принимать детей.